Диана Гурская в Инстаграме никак не прокомментировала смерть любимого человека, мужа Петра Кучеренко. При этом последняя фотография сделана 4 дня назад. Как видим, в руках у Дианы букет сирени. Она тогда-то, конечно, и представить не могла, что эта сирень принесет на могилу любимому человеку. С вами Жан Содоль. Здравствуйте. Комментариев на официальной страничке в Инстаграме у Дианы Гурской очень много. Некоторые даже пишут, что им стало плохо. Сложно поверить. Стало плохо, когда узнала, как удар под дых. Не знаю, почему так близко восприняла. Как по мне, абсолютно понятно, почему может стать плохо от таких новостей. Потому что все мы с вами живем, знаете, какая-то рутина, и мы даже не задумываемся, что жизнь-то может оборваться внезапно. Это очень печально, но, конечно, поделать мы ничего с этим не можем. Поэтому я считаю, что, узнав трагическую новость, важно выразить соболезнования тому человеку, у кого горе, и однозначно сделать выводы для себя. Быть может, нам с вами важно стать добрее, не суетиться, не злиться. Давайте будем радоваться тому, что есть, ценить каждый день, получать удовольствие от того, что есть. И вот действительно, моложе, чем мы с вами сегодня, завтра мы не станем. Важно радовать друг друга, пока мы живы, дарить какие-то подарки. Вот, кстати, в тему, оказывается, Роберт, брат Дианы, рассказал, что Петр Кучеренко вез ему подарок. Я процитирую, у тебя не было в планах не возвращаться, ты вез мне подарок, я знаю, ты не хотел этого, Диану и Костю ты бы не оставил, сказал брат Роберт Гурская. Напомню, фамилия не склоняется, она грузинского происхождения, поэтому Роберт Гурская, Диана Гурская и, собственно, сама Диана, когда вышла замуж за Петра, она оставила свою фамилию, потому что, конечно, ее как певицу очень хорошо знают под фамилией Грудская. Похоронят Петра Кучеренко в эту среду, 24 мая на Троекуровском кладбище. Будет и церемония прощания с 11 до 12 часов в Богоявленском кафедральном соборе. Умер Петр Кучеренко 20 мая, когда возвращался в самолете из командировки, летал на Кубу. Искренние соболезнования, и я уверен, что Диана, она сильная, при этом, конечно, пишу, что она в горе, плачет с утра до ночи. Друзья, поддержите человека, напишите в комментарии, подпишитесь на канал. Здесь мы постоянно обсуждаем самые свежие новости вместе. С вами Жан Содоль. До встречи.